В Сургуте вручили ключи от новой квартиры победительнице викторины «Энергия развития Югры». Ей стала югорчанка Елена Загметная. В Сургуте она живет уже больше 20 лет, работает в коммунальной сфере. Женщина заранее ответила на вопросы викторины, посвященные нефтяному краю и истории его освоения. А 19 сентября пришла на участок для голосования, чтобы активировать промокод и проверить выигрыш. На смартфон пришло сообщение: «Вы выиграли квартиру». Сургутянка признается, что в такое везение поверила с трудом. В эти выходные женщине показали ее новое жилище и вручили ключи. Квартира находится в жилом комплексе комфорт-класса с видом на ОТ. Переезжать Елена Загметная планирует уже в ближайшее время. Квартира мне очень нравится. Во-первых, хороший ремонт, светлое помещение, хороший вид из окна. Дом новый, красивый, холл очень стильный, площади очень большие. Все здорово, замечательно. Узнали из новостей, встречали, поздравляли, звонили, писали, говорили, что это невероятно. Мы рады за тебя, это было очень приятно. Спасибо вам огромное. Добавлю, что еще одну квартиру получили жители Нижневартовска. Всего же в викторине приняли участие 120 тысяч югорчан. Каждый получил подарок от стикер-пакетов на смартфон до сертификатов в электронные магазины, гипермаркеты бытовой электроники. В эти выходные 22 счастливчика получили и ключи от новых автомобилей. Для победителей подобрали авто оптимальной комплектации с автоматической коробкой передач, подогревом руля и удобной панелью управления. Викторина «Энергия развития Югры» стала по-настоящему народной викториной. Мы стремились к тому, чтобы каждый житель получил подарок, чтобы викторина стала беспроигрышной. И у нас это получилось. Более 120 тысяч югорчан получили подарки. Цифровые, ценные подарки.